парни, вы просили в наших роликах поменьше академика, и мы решили прислушаться к вам. Не, вариант, слушай, я на самом деле... Стабилизация на самом маску, да, да, да. Что это без маски? Это ты, короче, одень маску. Что это без маски здесь находишься? Миллиардер, филантроп, братан, маску даже одевать не надо, все нормально. Маску от говна? Кто? Это Женя сказал, Вакцентр сказал. Вакцентр сказал? Нет, я сказал, что наш блог на уровне с ним. С нами? Ну да. Ну да. Клиенты. Клиенты. Я клиент. Ты клиент. Ты когда на детальник заедешь? Заеду сейчас. Надо кое-что посмотреть. А что, поехали? Поехали. Я к сезону буду готовиться, когда уже выкатываться в красоте. Ну, чтобы не снимать тачку у вас в сетапе, они... Ладно, поехали. Макс! Парни, Костя оставил мне машину на неделю. И что-то решили психануть и сделать на ней полный детейлинг. Потому что есть моменты, которые нас смущают и не нравятся. Хотим, чтобы она вас радовала. Куча царапин. Есть царапины. Куча сколов, царапин. А, естественно, вот эти штуки все затерты. Капот весь затерт, бампер затерт. Благо фары в броне. В общем, машине нужен капитальный уход. По времени, я думаю, что это займет порядка 4 дней, не меньше. Че, Жека, веселая машина? Слушай, ну до 60 хорошо едет. А дальше? Не пробовал. Я за правильное вождение. А ты можешь доставать запчасти на ЛР? Да, конечно. Они будут дешевле, чем у дилера? Обижаешь. Ой, давай с прострельчиком. Слушай, а ты здесь пользуешься какими-нибудь передачами, кроме первых и второй? Это не точно. Блин, смотри, вот просто как судьба сказала. Придется. Надо ехать. До 60 поехать. Мне кажется, даже можно 80. Нет. Можно 180, я единичку замажу. Газку, прям снимем. Прям кикдаун? Да. Первые на светофоре, первые по жизни. Но это не точно. Прям с языка сорвал. Парни, Барян переживает, почему вы дрочите в интернете по воскресеньям? Им хайп нужен. Да, нам нужен хайп, мы даже смотреть наши влоги, мы стараемся, пилим вот с ним. Со всеми, кто здесь, мы пилим влоги. А? И у них чип. Чип? Да. Ну они в чипе пилят. Вот, Бентли поедет на чип к Баряну. А что там, блоги? Креве? Да. Подписывайтесь на Кузьмича, вот все в описании. Я Борин друг, там ЛКМ. Лучшая тема, ЛКМ, потом Стилов, братан наш. А потом Кузьмич. Не, Клав. А это Япон. Это Пукан. Тот самый момент, когда уже... Мне кажется. Блин, смотри, какие у него царские тапки просто. Он же свои продал. Это же с крузака тапки, да, старые? Да. Ой, да, прям царь. Царь оффроуда. А тебе не обидно было детейлить тачку, которая поедет грязь говном? Не, она не поедет, но мне обидно ее было детейлить, потому что, блядь, об нее все трутся, все ее делают, а мы ее пилили 2 суток. Собственно, так за биржей и собрались. Приехали господа полицейские, всех разогнали.
всех стояли, веселились, общались. Народ тут уже, блин, бизнес даже организовал, кальяны, не кальяны. Да. Всех разогнали, просто смотри, народ. И не выпендривается никто. Ой, ты сейчас нашел себе. Ребят. Слушай, у меня есть клиент, у которого C63 AMG. Он ездит очень спокойно. Я говорю, Дима, зачем? Он говорит, ну, чтобы в любой момент я понимал, что у меня есть очень большой запас. И иногда он гоняет, как бы, ну, крайне редко. Обычно там, где это разрешено. Нигде. И по автодрому, и так далее. А, по автодрому? Да. А так она летом повседневная машина. Это летняя машина у человека. Потому что, ну, на задний привод? Да, на 6,3 AMG. Сколько там лошадей? 400? 468, могу ошибаться. Неплохо. Поправим в ролике. Прикольная тачка. Шумоизоляция крутая. Когда я был малым, ну, своей тачки не было, и когда тебя забирали на какой-нибудь нормальной тачке или с остановки, ты себя просто чувствовал королем остановки. Просто у тебя была иллюзия, что вся остановка тебе так завидует, ты доминируешь просто над всеми. Ой, пошла движушка. У тебя почему руль с другой стороны? Ты почему так далеко от нас сидишь? Веселее, когда в бардачке руль. А я с тобой все хочу встать где-нибудь. А что под капотом-то? Что под капотом? Ничего. Ничего? Ничего. Вы что, на Святом Духе едете? Да, на Святом Духе. Понял, да? Педали подкручиваем. Педали? Спидометр. Я не вижу спидометра. Мы не понимаем, что происходит в машине. Спидометра нет, едем по правилам. Магия Бентли. Биржа спустя 15 минут после того, как приехали господа полицейские. Я думаю, это самые адепты. Ну да. Приверженцы. Быстро народ рассосался очень. Из такой херни ты потом можешь взять и поехать в говно. И он будет проходимый, в отличие от всех этих паркетников. То есть, ну, X5, MX6, они не проедут нигде. Ну и резина на него, да, ставится грязевая нормальная? Ну, Костя ставил, да. Сзади штонер, да? Да, ничего не видно. Красота, то есть я могу поснимать, а меня не видят. Да. Все просто смотрят, все мужики Сыпь. Смотрят. Да? Сверху там дальнобойщик Ой. Смотрит, пацаны с охраны. Редкий случай, когда мы видим, что Гаврилыч работает руками.
парни, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного.